Всем привет, меня зовут Никита Кислов, и сейчас мы едем на установление мирового рекорда по прыжкам в воду к Бабешкину в Рузи. Но мы уже в Рузи, мы уже тут несколько дней готовимся, морально настраиваемся. На самом деле очень страшно. Особенно, когда ты посмотрел видос. Особенно, когда, да, когда у Вадима Бабешкина смотришь видосы, как там люди прыгают, как он там заставляет. Немножко вот что-то случается с организмом. Но мы тигры, мы переборем этот страх и сделаем свое дело. И не будем прыгать. И не будем прыгать. Красава. Прожигаю угли, доллары и рубли. Хозяйки этого айфона нужен новый юзер. Ты очень выспавшийся. Да. Вообще безумно. Ребята, это Татьяна, заместитель директора спортивного комплекса РУЗА. Очень классная девушка. И вообще тут реально порядок и супер крутой бассейн. Большой привет всем поклонникам, любителям спорта, особенно водного. Браво! Вообще крутая. Никита очкует. Мы сдали первый этап, прыгали с маленькой тумбочки, вот с такой. Сейчас идем на 3 метра, пошли сами. Вот там тигр какой идет. Опа. Опа. Антон Кислов. Больновато, наверное. Ой, 7 метров. Ну все. Так, прыгай. О, это, наверное, было больно, Антон. Ну, Никита Кислов, ты чего? Чемпион. Ну давай. Это страшно, я не представляю, как люди прыгают с 10 метров или там чувак за спиной прыгает с печёрки. Это очень страшно. Вы видели, как Антоха летел? Он вообще летел, я думал, он сейчас разложится, от него столько брызг было, и я после этого испугался. Короче, самое главное, типа, отключать просто голову и просто делать. 14-й. Да. Чёрт. 15-й. Не допущен. Я просто хочу сказать, что ты, когда прыгаешь, у тебя срабатывают какие-то инстинкты, и мне постоянно хотелось закрыть нос. И, видимо, из-за этого меня... Ребята, это реально не так, как кажется. Это кажется, вышел, прыгнул, да нифига, там у нас полгруппы не пустили, хотя они прыгнули. Мы не будем этот влог выпускать. Короче, Антонио, вон он пошел просить вторую попытку, чтобы ему дали, тут дают, и я думаю, что он отберется. Но у Антона есть беда, он все время закрывает нос, боится, что попадет туда вода. Из-за того, что он закрывает, его переворачивает. Что, ты дали? Тебе дали вторую попытку? Да, конечно, все. Все, я сейчас пойду еще делать. Давай. И пойдем с мужем. Мы чтобы высоту показать. Знаешь, как страшно. Короче, меня второй раз тоже не допустили. Я, видимо, что-то перегрузил и вперед сильно нагнулся. Мне сказали, что типа из-за того, что я согнулся, меня не допускают второй раз. Друзья, с минуты на минуту уже начнется мировой рекорд прыжков с вышки 10 метров. Сейчас все участники стоят в холле и готовятся к выходу, потому что вот прямо сейчас уже будет начало. Официально было заявлено более 300 участников, но смогли пройти только 216. Остальных судьи не допустили после пробной аккредитации, когда прыгали с 3, 5 и 7 метров. С минуты на минуту мы начинаем, поэтому лайкайте и пишите, хотели бы вы поучаствовать в таком ивенте. Ну и мы пошли дальше. Сейчас будет прыгать первый незрячий прыгун. Да!
Никита, привет! Всем привет! У тебя на руке номер 0. Ты открывал сегодняшний прыжок. Все верно. Расскажи, как это? Но я больше расскажу с предыстории. Я не так давно делал совместный сюжет с Вадимом Бабешкиным. Он там делал ссылочку на мой YouTube-канал «Жизнь в темноте». И я думал, как это будет прыгать. Но это было совершенно не то, что я раньше испытывал, потому что я ранее занимался прыжками в воду профессионально, пока видел. Это намного острее, это намного страшнее и ощущения бомбические. Но когда я узнал, что я буду открывать церемонию, этот груз ответственности, доверия и то, что я буду первый, меня еще сильнее придавили. И у меня, если честно, поджилки начали трястись, и волнение поднялось, просто зашкаливало. Сейчас будет просто бомба. Баба! Это буру! Вы видели, дядька, ему лет 60, он прыгнул. А я, блин, испугался с семерки сегодня прыгнуть. Вообще атас. Это могли быть мы с Антоном. Вот просто вот так вот, подходя и прыгая, вот так вот красиво лететь. У-у-у! Офигеть! Как тебя зовут? Привет. Меня зовут Сава. Сколько тебе лет? 8. Тебе 8 лет, и ты не испугался прыгать? Да. Вообще. Ну что, красава, как? Вообще изи, бро. Ну, вообще изи, прикиньте. Почувствовать, меньше секунды летишь, наверное. Говорят, ты пока летишь, у тебя весь мир перед глазами. Ну, я с двадцатки прыгал просто. С двадцатки прыгал, десятки, не страшно? Да. Тебе нужно попробовать обязательно. Обязательно я попробую в следующий раз. Посмотрите наверх. Это самый костюмированный прыгун. Пацаны, у вас самая колоритная джаз-банда. Откуда у тебя такой костюм? Где ты его взял? Мне мои подруги подарили. А тебе не сложно было в нем лететь? Мне сложно было всплывать. Да, я видел, как ты сложно в нем всплыл. Давай. Нет, не смогла. Ребята, снимай, как все хлопают. Офигеть, ей хлопает весь зал просто этой красотки. Она взяла это и сделала. Привет. Привет. Все? А сколько у тебя сантиметров? Нет, сантиметров нормально. Ты прыгнула? Да. Офигеть, я наблюдал и думал, ты не прыгнешь. Как? Почему не прыгала? Что такое? До этого, когда мы готовили репортаж о подготовке этого рекорда, я не прыгнула, я испугалась, потому что я очень боюсь высоты, я аэрофоб, у меня страх невероятный. Но сегодня мы вышли в прямой эфир, и у меня просто не было возможности сделать шаг назад. Боже мой, ты такой высокий. Мне кажется, тебе будет вообще очень сложно. Я не прыгнул, я испугал. Плюс твои 2 метра. В общем, это было незабываемо. Всем советую, всем рекомендую сделать это. Ребята, ну вот и закончилось. Очень много народу прыгнуло, много эмоций. Даже те, кто не прыгнули, девочка в конце поднялась и еще раз перепрыгнула. Вадик, спасибо тебе за этот ивент. Обязательно делай еще. И самое главное, я приеду и перепрыгну. Я отвечаю, я прыгну. Вадик, ну как все прошло? Как ты планировал?
Все прошло гораздо быстрее. Честно говоря, я думал, что это растянется часть до 6 до 7 вечера. Очень расстроился, что две девочки все-таки ударились немножко, но врачи сразу же оказали помощь, немножко побрызгали, ну, будут синяки. А так все хорошо. Ну, синяки — это не страшно. А скажи, а где все участники могут посмотреть прыжки и всю трансляцию, может быть? Ну, трансляция, она останется у меня на канале. Ссылку я дам в описании. Да, и на самом деле сделаю еще отдельный выпуск. И, может быть, сделаю дропбокс, как бы, да, там со всеми прыжками. Просто чтобы вы могли это использовать в своих выпусках. Огонь. Вадик, спасибо. Ребята, прямо из РУЗа с рекорда мирового прыжка в воду. Никита Кислов, Вадим Бабешкин. Всем пока-пока.